Тургунай Ходжоматова 2 года занимается выращиванием овощей и фруктов. В городе Шамалдысай она одна из тех, кто имеет большое хозяйство. В прибыльном бизнесе задействована вся ее семья. Раньше мои дети работали в России, но когда я решила открыть собственный бизнес, они все вернулись. Хозяйством занимаемся вместе. Иногда даже этих рук не хватает. К весенне-полевым работам крестьяне начинают готовиться уже зимой. С техникой и семенами проблем не бывает. Несколько тракторов дехкане получили в лизинг. Только вот проблемы с поливной водой решить не удается. Шамалдысай получает воду из реки Нарын. Однако устаревшие трубы не обеспечивают водой в полном объеме. Проблема в трубах. Наши проблемы – это трубы. Они изношены. Чтобы заменить, у местных властей денег нет. В Шамалдысае свыше 800 гектаров земли. Крестьяне в основном выращивают овощи и фрукты. Эта продукция самая прибыльная. Это и есть цель госпрограммы – создание базы импортозамещения на продовольственном рынке. Вместе с тем особо обращают внимание на качество продуктов. Для определения качества и количества выращиваемых овощей и фруктов мы договорились с проектным институтом. В течение короткого времени обещают решить вопрос с поливной водой. Вся сельскохозяйственная система должна работать как часы, говорят крестьяне. Кроме того, они просят власти контролировать цены на топливо, иначе весенняя страда может быть сорвана. Назира Ахмедова, Байгазы Раимкулов, Осман Уламсадыров, Общественный, Первый канал.